Что ж, привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь и, собственно, признан архитект. Но сегодня мы будем пытаться совершить побег из нашей тюрьмы, поэтому переходим в режим побега. Не знаю, сколько серий будет, 1, 2, 3, 5, 10, как получится, тут уже как бы, опять же, от меня мало чего зависит. Я еще пока просто не знаю, как это все будет выглядеть. В группе ВКонтакте я скинул в последнем, по-моему, видео своем по этой игре, по строительству. Скинул сохраненку на мою тюрьму, если вдруг кому-то будет интересно, можете пройти в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании, и попробовать сбежать с нее. Хотя мне, в принципе, ребята написали, что и с нее сбежать очень просто. Вот, ну, типа через главные ворота. Собственно, я, в принципе, сейчас хочу просто посмотреть, что режим, потому что я себе... тяжело представляю его, как он вообще работает, что тут, как тут, потому что пишут, что тут довольно-таки немало багов, поэтому надо с ним познакомиться. Вот, собственно, моя тюрьма, мы уже сюда едем, как заключенный. Идет обыск. Посмотрим. Так прикольно спасать со стороны заключенного. Так, ну-ка. Получается, никакого выбора. А, ну вот, вот я там вижу, я какой-то он слева в верхнем углу, там вот какой-то Байлей, или Байлей какой-то, правильно, как-то его. Вот, собственно, мы непосредственно. Кнопочки, вот мы можем передвигаться даже, ничего себе. Мертвых этих тащут. Да, я, кстати, не закрыл здесь ворота, надо было их закрыть, кстати говоря, я, ну... Я как подумал, что здесь все будет автоматически работать. Нет, смотри-ка, все действует, как я хочу. Так, ну, в смысле, как я оставил, так все остается. Так, а мне еще проходить надо, или меня сопроводят? Так. Ну, давай пройдем. Что происходит? Куда это меня в угол повел, а? Меня, походу, проверяют, что ли, или что? Смотри, у меня держит, я ничего не могу сделать. Выпусти меня, выпусти. Мужик. Я голожопый. Оденьте меня. Дай одежду. Что ты меня нюхаешь? Сейчас меня за пипку цапнет и буду я. Так. Дайте мне шмотки чистые, новые. О, несут. Это, походу, мое. Так, мышкой мы можем так осматриваться. Оп. Все, нас одели. Так, и что, нас куда-нибудь вести-то вообще будут, или мы так и будем здесь в этой камере стоять? А, ускорять на единичку, двоечку, троечку я не могу. А это что такое? Какая-то камера. Получается, ускорять время могу только вручную, да? Так, а что, я могу как-то двигаться? С меня наручники не снимают. Что вообще происходит? Так, давай попробуем. У нас, смотри, одного увели. Ну-ка, давай ускорим процесс. Может быть, все-таки за мной сейчас придут? Как, просто я знаю, что в моей тюрьме охраны нифига свободы никогда нету. Смотри, вот этого уводят. Отлично. Сейчас, значит, за мной придут. Вот меня какая-то афроамериканская или испано-итальянская девушка меня повела. Por favor, сеньорита. Сеньорина. Приятно познакомиться. Меня зовут Байли. Байли, или как там правильно? Так, ладно, давайте посмотрим, куда нас перенесут. Так, ведут. Кстати, здесь надо было тоже мне все-таки тропинку нормально сделать. Я что-то не подумал, что отсюда же, по сути, чаще всего ведут заключенных. Так, меня ведут самую такую буйную камеру. Здесь у нас чаще всего происходят драки, походу. Здесь я и буду. Да, вон, слышь, орут уже. Да, вот моя камера, походу. Да, тут самые прямо жесткие потасовочки у нас происходят. Так, вот мы можем ходить. Репутация, это что такое? Так, сильный, с каждым ударом во время боя становишься сильнее. Так, крепкий, способен стоять до последнего в самой кровавой драке. Иногда может выдержать даже выстрел от шокера. Ух ты. Смертоносный. Так. Мастер рукопашного боя, никогда не может одному так, иногда может убить одним ударом. Быстрый, чрезвычайно быстрый бегун, так, ну это понятно. Подстрекатель, ну это понятно, что там что-то провоцирует на какие-то действия других.
Так, у нас время двора, я не знаю. Ой, как нифига, кстати, он как. А, ну это у меня скорость времени идет. Я думаю, что он так быстро передвигается. А я могу, например, так. Ну-ка. Для начала нужно осмотреться вообще, что. Ой! Я не то, не то. Че я делаю? Че происходит? Тихо, тихо, пацаны, 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 пацаны. Подожди, 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 что я сделал? Я не хотел! Ломаем тюрьму! Пацаны! Ха! За мной охрана бежит! Вау, бля! Ай, там закрыто, блин. Я не хотел. Оп. Оп. Сдаться. Так, ну-ка, все, пацаны, пацаны, все, сдаюсь. Сдаюсь, сдаюсь, я это. Не бей только. Только не бей. Офигеть, я сами в душевой там напакостил. Так, это что я вообще сейчас нажал-то? Что это сейчас было? Я что-то нажал ведь. Ну-ка, давайте меня. Куда-нибудь меня засадите уже. За плохое поведение. Только давайте не в карцере, а. Так, ну я, наверное, в камеру уведу, да? Угу. Карцер переполнен, буду отбывать свое наказание в камере. Так, очки репутации. А, избежать наказания, потратить очко репутации. О, давай потратим. О, одно очко всего лишь. А, так. А, 10... Получается, сейчас то, что я бедокурил, я получил очки репутации. Куда их можно тратить? А, вот, тратить, собственно, их сильный. Каждым ударом во время боя становится сильнее. Давай прокачаем. Крепкий, способен стоять до последнего. Это прокачаем. Мне вот писали, что типа там что-то, например, какой-то показатель сильно, ну, не прокачивать, потому что будешь тогда тут очень несбалансирован режим побега, соответственно, ну, чтобы не было. Я, наверное, пока, ну, сильно так не буду, так смертоносный место прошлого боя можно убить, так вот это сильно прокачивать. Ну, прокачаю сейчас, но. Так, быстро, чрезвычайно быстро бегу, вот это тоже прокачаю. Все, пока остальное пока оставлю. Так, у нас получается двор, ну пойдем. А мне интересно, нужно как бы питаться или еще что-то там делать, ну, как бы... Так, дайте мне во двор пройду. Так, а на что я нажал, чтобы... чтобы сделать то, что я сделал? А, я, по-моему, на кнопку мышки... На кнопку мышки нажал, если я не ошибаюсь, по-моему. И начал хулиганить. Так, тут у нас снайпер. Ну-ка, я успею до двора хоть добежать. Так. Так. Я вообще хотел в бильярд поиграть, и в итоге вместо поиграть... Блин, душевые, ты посмотри. Только дошел до двора. Сюда могу зайти, да? Пять. А что я могу тут сделать? По сути, никаких действий я делать... Так, а это что за шкала красная такая, полоска бегает? Что это такое? Душ. Подожди, я хочу в душу сходить. Да, мне тут пока еще много, если честно, чего непонятно в этом режиме. Получается, кроме как ходить, драться, бедокурить, я больше ничего не могу. Да, в душевую мне надо принимать вообще, нет? Что это вот? Я нажимаю E и Q, или, например, русскую U и краткую, происходит такой звук. Только что делается, я, если честно, не сильно понимаю. Так, а это что такое? Кулаки. О, ну-ка. А, все, понял. Это у меня, получается, между этими переключается, да? Так, душевая. То у нас время вечер, мы скоро, получается, будем спать. Давай посмотрим. Давай еще победокурим. Чего это так? Атя! Телек не кажет, кабельный канал. Я хотел посмотреть Игру Престолов последний. А, собака, не-не-не, сука. Отвалите, шарите. Давай. Ать. А! Тихо, все, сдаюсь. Интересно, он же может умереть? Получается, если я умру, то я проиграю, да, наверное? Столько вопросов. Блин, ну не знаю, мне уже нравится по угару. Так. Нам нужно сбежать как-то. Это что такое? Help. Это help, это помощь всякая, нет. Сейчас, так, избежать наказания. Ну, давай сбежим все это дела. По сути, ну, там парочку очков мы заработали. Душ. Так, да, я выйду. Уставший охранник ходит. Так, куда этот? Так, что я еще могу тут делать? Так, медленно ходить, да? Зачем мне медленно ходить? Так, а я могу что-нибудь... Да ёб твою, я не хотел бить, пацаны, да я не то нажал. Я не то нажал, отстань. Я хотел... Вся охрана за мной бежит, смотри. Собаки быстрые какие, а. Сейчас меня убьют, очистую здесь первый же... А, тупик! Пацаны! Эх, блин, хотел охраннику хряснуть. Не получилось. Науку. Опа! Собаку, смотри, я собаку убил! Боже мой!
Я не хотел! Ой, там снайпер! Все, сдаюсь. У меня, кстати, стоит огонь на поражение, они, соответственно, блин, если я нарвусь на вооруженных, то они же меня завалят нахер, да? Так, избежать наказания. Блин, а? Так, ну ладно. Душевая еще. Так. А что, собственно, тут тогда делать-то мне еще? Кроме как хулиганить можно, ну-ка. Сами чинит, ну-ка, дай-ка. На тебе, сука! Я с одного удара убиваю! Тихо! Да, смотри, он сразу стреляет. Короче, с вооруженными лучше это не церемониться, они прям моментально сразу шмалят начинают. Блин, надо было отключить себе этот режим-то. Огонь на поражение. Что-то я себе сам проблемы создал. Отмажусь, у меня тут свои связи, в тюрьме все нормально. Душ, так, ладно. Что еще тогда можно? Пойдем посмотрим, что еще есть. Ой, автосак. Так, мне надо найти какие-то, наверное, вещи, что ли. Какую-то контрабанду. Где-то здесь же валяется все, да? Так, мисочка. Так, ну-ка, если на кухню. Можно на кухню же заходить? По-моему, да, почему нет? Опачки. А, вот. Все, пацаны, я сдаюсь. Я понял, на правую кнопку мыши брать предметы, я все понял. Только хожу и сон. А мне вообще, когда сон, можно из камеры выкинуть? Давай проверим. Оп. А почему нет? А, нет, сами слушай, меня в камеру отводят. Блин. Собаки. Так, ну-ка, что тут у нас? Подстрекательство не только сам устраивает, не понятно, и умеет. Давай, вот это тоже сделаем. Так, опытный боец, мастерски обладает приемами самозащиты, может разоружить противника во время боя. Давай тоже пока все прокачаем, мне просто нужно, друзья, со всем этим делом ознакомиться, насколько все это интересно. Так, сильный, с каждым ударом во время станции сильный, давай пока прокачаем. Так, и мне нужно пока быстро буду качать, максимум, да? А, у меня нету больше очков. Я, получается, еще могу максимум прокачать. Так. Свободу! Свободу мне! Принеси мне покушать, я не поел. Так, что я тут могу сделать? Ну-ка, в камере. В камере я ничего не могу сделать. И что это, мне до утра теперь тут сидишь, что ли? Давай, скорее про... Ух ты, ёпта. А поспать нельзя никак, типа, до утра? Ну-ка, давай. Сука, мне не нравится моя кровать, она беспонтовая. Что вы мне... Тихо. Свою камеру извлечил. Мазаться. Сейчас я в карцер где-то чухаюсь. Нет, смотри. Патрушки. Опа, меня выпустили сами. Пошли быстренько, пошли. Пока охраны нет, так сюда. Тихо, вон охрана. Они меня не видят, да, получается, сейчас? Так, сейчас, подожди. Блях, спалил. Тихо, парни, все, я просто гуляю. Так, на улицу мне выходить нельзя, там, наверное, сразу у меня этот... снайпер успокоит. Привет, ребята. Ой, а что эти ходят, куда их ведут? Их, наверное, с этого, с карцера. Сейчас проверим, что на улице выйду. Кстати, где у меня... Ой, как тут много-то. Да, смотри, у меня сколько здесь калиток-то открытых, блин, надо позакрывать. Сейчас, если снайпер начнет целиться, сразу это... Ну-ка. Ух ты, смотри, сколько. Отвертку. Все, возвращаемся к камере. Я не знаю, зачем мне это все, но я это все взял. Это наверное, чтобы ломать быстрее. Или там еще что-нибудь так. Оп. Срех. Охрана просто на меня никак не реагирует. Ну, там один идет. Вот так вот они... Не, кстати, у меня сами реально неправильно. Я в будущем буду это все исправлять. Тупик. Потому что реально, смотри, у меня столько ворот открытых, тут просто спокойно гуляешь. А-а-а! По настройкам лабиринтов, ё-моё, блин. Парни, тихо. Тихо, ко мне не подходи молотком, херану. Не подходи ко мне, ударю. Так, а я могу в камере где-нибудь спрятать? И так, надо подумать, как это могу применить. Подожди, пацаны, всё, я в камере. Опа, да, реально спрятал. Тихо. Опа. Чё такое? Все хорошо, только не пали меня. Так, у меня теперь есть отвертка, и теперь у меня есть молоток под кроватью. Так, и как я это могу применить? Кроме того, что я могу кому-то в отвертку воткнуть в глаз, а
Че ты зашел? А, все что ли? Эй, выпусти меня из стены, что ты меня в стену-то вогнал? Все. Так, нам надо, получается, до утра сейчас подождать. Давайте я до утра подожду. Так, ну я пока утра жду. Смотри, инструмент для раскопки. Соответственно, мы можем как-то делать подкоп, да? Ну-ка. Не знаю, как я сейчас отверткой что-то могу делать, но что-то... Ой. Все. Так, ладно. Я ничего-то не... Для раскопки надо какую-нибудь лопату там, или что, чем они там обычно копали, этими сапками. Надо их искать. Блин, они меня обыскали, молоток стрелили. Ну ладно, это, по сути, не сильно важно. Пока что ладно. Так, все, у нас душевой. Время душа, я не знаю, смогу ли я сейчас помыться, ну-ка. Не могу я помыться. Так. Ну-ка ты, сука, ты чё, чёрт, это моя колоночка. Ну-ка, иди сюда, давай-ка. Ать. Тихо, парни. Ну-ка. Оп. О, смотри, тут издалека, давай. Пацаны, это он начал, это не я. Так, давай. Ну, получается, это мне нужно баллы на этом зарабатывать. Господи, что они сейчас за мной-то бегут-то, Бегайте за всеми. Что вы за мной тут увязались? Так, бежим. Ой. Тихо. Смотри, они уже всех успокоили, один только я бегаю. Ну, ладно, пока вооруженных нет, значит, все хорошо. Опа. Опа. Ай, все, я сдался. Все. Плюс 17 очков я заработал. Да, блин, это весело, реально очень весело. Сейчас мне очки дадут. Что-то этих здоровяков так быстро вышатали. Ну, походу, я им еще немножко там нахлобучил. И они сразу так приуныли. Так, репутация. Дальше давай быстрый максимум. А, у нас это уже есть максимум, да? Крепкий, так, способен. Ну, я пока все прокачаю, мне просто нужно знать вообще, что это и как. Так, все, у меня еще один осталось там еще накачать. Чтобы я хотя бы имел вообще представление, что это такое и с чем это вообще идет. Так, ладно, получается, у нас сейчас время душа, да, до сих пор еще. Так, ладно, пойдем. Посмотрим, что где еще есть. Выпустите, запустите меня. Так, в душевой, ой, в смысле, здесь у нас... На кухне мы можем подобрать, например, ножик, я это видел, да, ну-ка. Вилка есть, ага. Еще вилка. Здесь надо металлодетектор будет потом ставить тоже на кухне. Так. Но я, по сути, отсюда вынести его не смогу, потому что на меня сработает металлоискатель по-любому сейчас. Ну-ка. Здесь больше ничего нет, да, получается? Так. Оп, тихо. Что-то как-то охрана особо на меня так и не среагировала, я бы сказал. Я спокойно вышел и пошел по своим делам. Так, а что можно в церкви найти? Ну, в часовне найти, ну-ка. Здесь ничего нет, да, у нас? Понятно, что тут, кроме иконы, там, что еще можно взять-то? Так, я хочу попасть, знаете, куда? Вот, это что у нас? Это не то. Ну-ка, в прачечной есть что-нибудь? Так, в прачечной у нас ничего нету, да? Так, ладно, пошли отсюда. Смотри, хожу просто, на меня металлоискатель срабатывает, а им срать вообще всем. Так, ножовка есть, этот есть. Отвертка, молоток. Так, это что? Это у нас кирка, да? Ух ты, кстати, кирку надо взять. Блин, она мне правда в руках так палится, блин, зараза. Надо быстро до камеры сбегать, сейчас мы ее спрячем. Так, ну-ка, сейчас зайду быстренько, смотри, что здесь есть. Так, здесь яд. Какая-то дубина или что это такое. Ясно, ладно, валим. Сейчас я это заныкаю у себя там. В камере, блин, это сохраняется. Так, направо, блин, я тут по лабиринтам этим заплужу сейчас. Так, сейчас здесь вот направо. Еду таскают. Тогда не получается заключенным еду таскают, что ли? Блин! Тихо. Ну-ка, давай-ка ножом.
подожди. Давай-ка, драку, давай. Блин, да что ж. Блин, я их убиваю. Тихо, все. Главное вовремя сдаться, я что-то не боюсь рисковать. Так, ну пока кроме драки я тут больше ничего особо не делаю. Ну, очков, чуть-чуть кулаками помахал сразу. И заключенных еще убиваю. Просто. Ну, один, кстати, выдержал, ходил как без осанки. Ладно, сейчас отмажусь. Не-не-не, я сидеть не буду, ну вас нафиг. Так, ладно, ну что-то же еще должно быть. Так, сейчас у нас получается идет душевое. Ну-ка, а можно какой-то контакт налаживать с заключенными? Ну-ка. Что-то, привет. О, shift. И чё? В смысле, а что я сделал? За что? Я нажал shift, и меня заарестовали. За что? Я не понял. Так, ладно. Блин, меня камеру обыскали сразу. Ладно, пошли что-нибудь еще натырим на ночь. Так. Так. Охрана! Выпусти меня! Так, ну-ка, если я схожу что-нибудь. Камеру сломать, что ли? Ладно, потом. Так, ладно, потом двор будет еще во дворе, посмотрим. Так, а здесь что есть? Так. О, комната. О, смотри. Сотик. А мне смысл есть? Ой, смотри, сколько здесь контрабанды, а? А мне сейчас смысл есть что-то? Ох, это шкалка. Это что, типа, я поджигать могу, что ли? Ну-ка, дай-ка. Что поджечь? Блин, дайте. Давайте столовую подожгем. Не, столовую не интересно, там столовые эти стоят. Да. Так, подожди. Стой, у меня есть идея. Ну ладно, сегодняшняя серия, получается, мы знакомимся и издеваемся над всем, да, угораем. Погнали, подожди, дай пройдем. Так, ну-ка. А как ей пользоваться? Тихо. Блин, а как зажигалкой-то пользоваться? Я что-то не понял. Что-то я не вкумекал немного. Да отцепись ты от меня. Блин, тут еще столько вопросов вообще. Я еще тут ни хера не понимаю, что происходит, где я. Так, пошли. Питание, пойдем на кухню надо идти. Так, надо идти на кухню. Как на тебя? Так, ну что-то ничего не происходит. Они на меня смотрят? Ну-ка, что ты на меня смотришь? Давай-ка, пацаны, бун. Ой, убил. Подожди. Ну-ка, хорош. Ай. Давай, пацаны! Ой, стрельба началась. Так, главное подальше от вооруженного держаться. Тихо. Все. Там, по-моему, вооруженный где-то на горизонте появился. Так, 13 очков я заработал. Блин, ну я пока, если честно, не понимаю, как мне, например, поджечь, как мне подкоп делать. Сейчас надо это дело. Ладно, хорош бедокурить, сейчас мы это попробуем. Попробуем, нам надо как-то. Сейчас мы сходим за этой. За лопатой там или еще зачем, чтобы. Что нам может помочь в подкопе. Ну довольно-таки легко устраиваются бунты, довольно-таки легко убиваются все, конечно же, с этой. Ну, подкройте мне дверь, то чего вы? Это все, конечно, понятно. Блин, я только что-то не понял, как зажигалкой опять же пользоваться. В общем, пока еще не догоняю всей этой пьесы. Сейчас она так вот. Питание, двор. Получается, мне как бы есть не надо, ничего не надо. Опа, вот зажигалочка, давай. Все, у меня ничего нет. Ну, я не знаю, сотовые мне нужны, не нужны, черт его поймешь. Ну-ка, в генераторную я не зайду, да? Нет, здесь такое меня туда пустят. Там типа служебное помещение, все такое. Так, столовочка тут наверху. Что там скачут напряженные языки.
Так. Сейчас прачечная. Так, я. А, вот мастерская, да, блин, а мастерская, она зараза у нас тоже с этими. С этой бедой. Так, подожди, ну-ка. Ножовочка, нет. Чё тебе от меня надо? Мне это. Мент! Чё тебе надо? У меня ничего нет. О, ну-ка, давай дрелю. Бляха. Прикопался ведь, а? Вот, надо сейчас туда подбежать. Сейчас я так говно от себя отведу. Так, побежали быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Оп! Если ты бзил и пошел, называется нашел. Все, до свидания, пацаны. Так, я сейчас главное себе унесу пока что. Так, нет, не сюда. Это пока не сюда, это себе надо отнести, потом ночью попробуем сбежнуть. Сейчас получается еще же день, да, я так понимаю? Еще утро даже. Так. Потом будем пытаться как-то устроить. Хотя сейчас мы, наверное, попробуем. Сделай выпад. Атаковать, сделай выпад. Да я подкопы делаю, что ко мне пристали-то? Все, ладно. Блин, они мне опять помешали. Получается, надо ночью делать. Не зараза, блин. Да какой я сидеть не собираюсь, чего? Одного дубинка, кстати, выпала. Так, ладно, давай. А что здесь еще есть? Да ну вас сейчас. О, нихера себе, у него садовые ножницы. Ой, shift. Ай, застрял. Сейчас я вам тут все сломаю нафиг. Сейчас без отопления все останемся и сдохнем. Не попал по собаке, не по мужику. Ох ты, блин. Все, сдаюсь. Все, нафиг. Так, ладно, окей. О, отлично, здесь пройду. Тут до сих пор еще мертвые валяются. Так, а что у меня тут еще интересного? Блин, в комнату для свидания, кстати, смотри-ка, до хера. Надо в верхнюю комнату для свидания сходить, там-то вообще, наверное, добра дофига. Да ё-моё, shift гребаный зажимаю. Залипание происходит. Так. Откройте! Тьфу! Ждите меня. Здесь мастерскую есть что-нибудь интересное? Ну-ка. Слушай, а вы-то вообще ничего. Блин, она у меня не назначена на под мастерскую. Ёлки-палки-то. Она не назначена на мастерскую, блин. Твою мать. Я забыл про нее. Так, сигарета, алкоголь. Ну давай возьмем, не знаю. Что это вообще мне даст? Что-то фигня какая-то, лажа. Так, сигарета, подожди, убери пока. Не пались. О, зажигалку давай. Да какой телефон? Ты дурак, что ли? Возьми зажигалку. О. Во! Отлично. Горите, суки! Горите! Горите все! Главное, сейчас ему успеть убежать только. Тихо, все. Блин, два вооруженных приперлись, зараза. Отлично, я понял, как делать саботаж. А что, уже потушили, что ли? Блин, что как они так все быстро. Просто обычным левой кнопкой мыши. И все, и ничего такого. Левая кнопка мыши, получается, любое действие с объектами. Так, ну ладно, я понял. Откройте. Так. Так. Сейчас тогда
пойду себе еще объектов понахватаю для побега. Так, ну-ка, что-нибудь есть прачечная еще? Прачечная вроде сама, тут ни хрена нету. Ну, голимое место. Ничего тут не хранят, засранцы. Вот здесь вот надо. Так, отвертка это не... Вот это надо, сейчас охранник пройдет. Блин, какое это, зараза. А внизу что, ничего нет, что ли? Может, кстати, здесь где-то дрель, так, ножовка. Ножовка, наверное, для забора хороша. Сейчас мы ее, наверное, тоже возьмем. Я ее сейчас на каком заборе поп... Так, подожди, 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 не пались еще. Так. Вот, давай, и... Вот это. Ага. Все, валим нафиг. Так, сейчас это главное просто донести до камеры. Пока что просто до камеры донести, все. Пока мы ничего делать не будем. Ну, ножовку я попытаюсь, ножовку я оставлю, а эту... Оп. Оп. А эту я донесу до камеры. Если донесу, конечно. Охрана просто. Я иду, получается, с какой-то киркой или что это такое. Деревянная кирка, да, деревянная кирка. А охране просто насрать. Не, ну если я, наверное, остановлюсь, то они, наверное, это... Как бы будут меня ловить, да? Там, остановят, там, типа, вот, там. Хрему, тоси-боси. Так, все, отлично. Теперь надо проверить, работает ли эта ножовка. Сейчас мне нужен какой-нибудь забор. Любой просто. Ну, как любой. Простой, конечно. Смогу ли я там в нем сделать какой-нибудь дырень, например? Так, тупик. Да в смысле? Что ты ее достал-то? Это когда, видать, собака или кто-то рядом проходил, и меня это... Унюхали. Почуяли неладное, засранцы. Блин. Так, вот где-то здесь у меня здесь забор такой обычный, обыкновенный. Вот он, да? Вот он. Как-то оно ничего не где-то. Что-то ничего не пилится этой херней. Получается. Так, выкинь ты эту пеку. Все, ладно, пошли, не будем палиться. Так, а здесь что? Это камера у нас обычная. Так, что еще можно эти, получается, делать? Ну что-то перепиливать же можно, правильно, да? Так, давай еще что-нибудь возьмем. Блин, отстань ты от меня, Что тебе надо? У меня просто бляха железная, поэтому на меня пикает. Успей! Оп, успел. Дайте-ка я с дрелькой. Я это, слесарь, я иду чинить что-нибудь. Что-нибудь чинить, ну-ка. Не, забору, по-моему, калитки вообще. Ну, я не знаю, конечно, может быть, там надо долго, продолжительно все это делать. Но вообще, ничего не происходит особо. Ты ко мне идешь? Чё тебе надо? Отстань. Да уйди ты. Тихо. Все, сдаюсь, да? Чего? Игра. Меня убили. Я же нажал пробел. Что за приколы? Общий счет. Так, жертвы. Одна собака. Три охранника. Потрачено времени 23 часа. А, это игровое. Общий счет 72. Ну что, вот такое вот мое знакомство с побегом. Убежать я, конечно же, никуда пока не смог. Я пока только изучаю механику. Пока что не понимаю, как использовать... Ну, получается, большинство вещей здесь, они используются только как какое-то оружие, кроме пока что зажигалки, она используется как, например, какой-то саботаж, да, там устроить поджог, это круто. Потом нужно не подставляться под охрану с оружием, то бишь не надо особо бросаться в глаза на улице, потому что снайперы, сука, не дают никакого шанса тебе это выжить. Ну и надо еще понять, чем надо какую-то лопату, ну лопат я никаких, я не знаю, где тут лопаты, кирки. Как-то устраивает подкоп, его же по-любому как-то можно, потому что мне же писали, что типа нужно это там как-то подкоп устроить, либо еще что-то, короче, надо как-то понять это все дело. Ну и, конечно, урон надо себе немножко поменьше будет прокачать, потому что, чтобы не убивать, мне надо, например, заключенных, а попытаться устроить какой-то бунт, саботаж, там, чтобы там, ну, в общем, все было весело. Так, вот такая вот получилась первая серия. Это было знакомство с режимом побег. Мне, в принципе, он понравился, он довольно-таки веселый.
посмотрим, что будет дальше. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, какие-то подсказки, добавляйтесь в группу ВКонтакте, там, на Twitch канал, на YouTube, если вы, опять же, в первый раз, да. И всем спасибо, всем, друзья, пока.